дара туған өр намыстан жара тұлған Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған Алатаудай алашымның қаратаудай баласымын Қастерлі алашымның қораймын барасылың Желбіреткен Белдескенің белін үзіп Егескенің еңіреткен Алатаудай алашымның қайпас қайсыр баласымы Қастерлі алашымның Ал енді октагонның қызыл бұрышындағы жауынгерді таныстырып өтеміз Оның жасы 29-да, бойы 174 сантиметр, салмағы 66 келі. Оның жеке рекорды 2-0. Ол еркін күрестен спорт шебері. 2013 жылдың ММА-ден гран-придің чемпионы. Бұл Ташкенттегі Азия Вольфс клубының өкілі Шохрух Сағдинов, Өзбекстан. Ал енді октагонның көк бұрышындағы жауынгер, оның жасы 28-де, салмағы 66 келі, бойы 168 келі сантиметр. Алаш Прайд клубының өкілі, еркін күрестен спорт шебері, бірнеше халықаралық турнирлерінің жеңімпазы Алматы Алаш Прайдының өкілі Камал Паша Искендеров Қазақстан Бойцы на середину Бойцы правила знаем, не нарушаем Регламент боя 3 раунда по 5 минут Внимательно слушай После команды стоп, все действия прекращаем Покажите красивый и достойный бой. Удачи! Последнее наставление бойца перед стартом этого поединка. Весовая категория до 66 килограммов. Это серия Гран-при. В красном углу Шохрух Сагдинов из Ташкента. Узбекистан, его соперник Камал Паша Искендиров, представляющий клуб Алаш Прайд, он из города Алматы. Он является кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе и победитель ряда международных турниров по смешанным единоборствам. Без разведки начинают встречу противники и... В целом, что хотелось бы отметить, уважаемые друзья, Москва не сразу строилась, и если буквально недавно на турнире в Алматы, который посетил сам Хабиб Нурмагомедов, он подчеркнул, что казахстанская ММА сегодня уступает российскому ММА на 5-6 лет, то думаем, вот подобные турниры, благодаря в том числе и Алаш Прайд, Нам не потребуется много времени, и мы не только догоним, но и перегоним в скором времени наших северных соседей, Российскую Федерацию, где силовые виды спорта всем известно, развиты на высоком уровне. И, конечно же, Шавхат Рахмонов, который одержал свою вторую победу в UFC, доказывает, что в Казахстане при должном отношении имеются бойцы высокого класса, И сегодняшние участники Гран-при Алаш Прайд уже в обозримом будущем будут иметь прекрасные шансы зарекомендовать себя на самом высоком уровне. Конечно же, для этого потребуется немало
сил, но такие функционеры, как Данияр Каскараов, очень активно в последнее время развивается NFC, открываются новые промоушены. В Атырау мы буквально недавно стали свидетелями большого шоу, в главном поединке которого всех своих соотечественников порадовал Куат Хамитов Найман. И надеемся, что помимо Жако, Сергея Морозова, Шавхата Рахмонова, в скором времени под казахстанским флагом в сильнейшей лиге мира будет выступать и ряд других наших соотечественников. Но сейчас, конечно же, преимущество на стороне казахстанского спортсмена, который занял удобную позицию, атакующую позицию. И представителю Узбекистана сейчас будет очень сложно выбраться из этого положения. И в случае, если казахстанец этого ему не... Ну, вот сейчас на волевой может, конечно же, попасть казахстанец. И давайте понаблюдаем. Вот, да, вот это фиаско. Скорее всего, из этого положения уже сложно будет выбраться. Нет. Вот сейчас умница. Камал Паша Искендиров брал на болевой руку своего соперника Шохруха Сагдинова. Не получилось немножко так поднажать для того, чтобы завершить этот поединок досрочно. Вот уже спортсмен из Узбекистана пытался забраться за спину. Что интересно, оба спортсмена являются базовыми вольниками, но если Шахрут является мастером спорта по вольной борьбе, то Камал Паша Искендиров кандидат в мастера спорта. В общем-то, мы видим, что вся битва у нас как раз таки протекает в партере. Ребята радуют зрителей, всех тех, кто сегодня наблюдают за нашей трансляцией, борцовскими приемами, бросками. Но пока не получается у Камал Паша Искендирова бой завершить досрочно. Пошел на хорошее добивание. Скорее всего, здесь будет остановка боя. Так и получается. Поздравляем Искендирова и всех казахстанцев с этой блестящей победой. Сумел он вырвать победу в красивом ключе над представителем Узбекистана и порадовать соотечественников ярким и зрелищным боем. Дорогие друзья, будем надеяться, что казахстанское ММА будет стремительно развиваться, будет радовать наших поклонников, и пусть подобных турниров в стране будет проводиться больше. Техникалық нокаутпен жеңіске жеткен алматинский барс Камал Паша Искендиров. Yeah.